Меня зовут Вячеслав Стабицкий, адвайзер компании Блайсика. В настоящий момент в мире сложилась очень интересная ситуация. 20 триллионов долларов – это объем рисков, которые могли бы быть застрахованы, но они не застрахованы, потому что в страховании существует проблема. Это дорого, это неудобно. Как я говорил, агрегаторы такси позволили войти в нашу жизнь удобным поездкам. И наша команда горит целью сделать страхование доступным, удобным, в ногу с тем временем, в котором мы живем, а не с тем отставанием, которое, к сожалению, есть. Как мы реализуем это? На примере одного из наших направлений – Блайсика Карго. Грузоперевозчик получает заказ, вбивает его на нашей платформе точку А, точку Б, получает предложение от страховых компаний, выбирает то, которое ему нравится больше всего, после чего страховщик получает доступ к телематике транспортного средства, которое и выполняет этот заказ, и, соответственно, он получает более объективную информацию о субъекте ответственности и в случае наступления страховой ситуации и имеет полноценное представление о субъекте ответственности для выставления регрессных требований. Информация с датчиков приходит на наш сервер, после чего отправляется часть этих информаций и хэш общих данных на веб-сервер, где и происходит страхование. Эта информация отправляется в блокчейн, нодами которого являются сами страховые компании, то есть они являются хранителями, верификаторами данной информации. Атака 51 также обходится, это более подробно расскажем, каким образом. Таким образом, страховым компаниям мы даем возможность изменить структуру страховой премии, сделать страхование дешевле, не затрагивая собственную маржу. У нас есть решение для каждого сегмента, каким образом мы это делаем, и в итоге прийти к тому, чтобы страхование снизить до 70%. На это потребуется время, безусловно, не затрагивая маржу страховой компании, а наоборот, зарабатывая вместе, давая новые рынки. Страховым компаниям как раз мы даем новый рынок, свободу от резерва незаработанной премии, потому что это короткое страхование. Даже генеральные договора тоже можно делить на конкретные поездки на одно транспортное средство. Транспортные компании получают возможность логистических IT-решений бесплатно, за которые они сейчас платят, и более дешевое страхование. Поэтому даже на этом этапе у нас есть партнеры, на этапе тестирования, с которым мы работаем по обе стороны агрегатора. Сейчас реализованы MVP, мы тестируем взаимодействие всех архитектур. Это заняло у нас 2 года и 2 миллиона долларов инвестиций. Есть оценка компании. Мы зарабатываем на комиссии с каждой сделки, и особенно интересно для нас это Big Data. С инвесторами с удовольствием поговорим. Мы идем на самом деле туда. Мы даже будем готовы отказаться от комиссии, от всего остального. Мы идем Big Data. В настоящий момент инвестиции в страхование растут, в IT-решения страхования растут с каждым годом. Это видно по статистике, по компаниям, которые приобретаются страховыми. И для запуска следующего этапа мы готовы к 3 миллионам долларов инвестиций, целевых инвестиций. Предложение для инвесторов 10% equity. CEO нашей компании имеет опыт запуска 3 успешных компаний. Фаундер, релевантный бэкграунд в страховании именно внедрении IT-решений. Graphene Lab Blockchain, Scalaxy Marketplace. Меня зовут Вячеслав Ставицкий. Благодарю, что сегодня вы были с нами. По QR-коду присоединяйтесь к нам в Telegram. Будем рады вас видеть, ответить на ваши детальные вопросы. Спасибо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Ваши аплодисменты.